Во время рабочего объезда по городу главе региона показали проект, по которому будут вестись работы. Напомню, он был разработан по поручению самого губернатора. Сквер планируют разделить на несколько зон. В центре было решено оставить и отреставрировать памятник Ленину. Кстати, это первый монумент на Кубани, установленный вождю пролетариата. Вдоль аллей появятся скамейки в виде качелей. Также организуют детские площадки, разобьют клумбы. В общей сложности это будет более 1,5 гектара зеленой зоны. Однако площадь сквера может быть больше. 7,5 тысяч квадратных метров территории огорожены забором. Эта земля была передана под строительство гостиницы. Сейчас ведутся судебные разбирательства, чтобы вернуть прилегающий участок в границе Вишняковского сквера. Даже самые большие покровители никому не позволят в парках города Краснодара строить гостиницы. И этот забор, я надеюсь, что как минимум осенью все равно он будет снесен. Давайте то, что осталось зеленого, сохраним для города или горожан. Закончить благоустройство первой очереди сквера планируют уже до конца этого года. Также во время рабочего объезда по городу Вениамин Кондратьев поручил разработать проект реконструкции площади перед зданием цирка.